точно к этому моменту 19:37. Опа! А вот и гол от Фальковского. Ну, это уже интересно. На самом деле две шайбы, а времени-то еще предостаточно. Как-то прямо выдохнули Амичи, ну а Фальковский какой слава нам продемонстрировал. И Мишуров вроде всю игру ловит, а уже 5 сил. Тоже уже подустал Мишуров, потому что и сегодня у него работы было полно.